Полицейские Кызыла пожелали подросткам каникулы безопасности. В управлении МВД Кызыла было проведено ставшее уже традиционным мероприятие «Встреча с так называемыми проблемными детьми», то есть с несовершеннолетними, состоящими на учете подразделения по делам несовершеннолетних. Встреча проводится перед каждыми каникулами с целью профилактики разных правонарушений и преступлений, совершаемых как самими несовершеннолетними, так и в отношении их. Главная цель организаторов – углубить правовые знания детей, закрепить практические навыки, по правилам поведения в экстренных и чрезвычайных ситуациях, проинформировать об ответственности за совершение преступлений. Как практика показывает, с потеплением температурного режима и наступлением каникулярного времени дети становятся либо же жертвами преступлений, либо же сами становятся участниками противоправных деяний. И наша встреча была организована, чтобы предотвратить со стороны несовершеннолетних подобных фактов. На первом этапе встречи выступил заместитель начальника управления МВД Кызыла. Представитель правоохранительных органов рассказал подросткам о криминальной обстановке в городе. Также детям еще раз были озвучены требования комендантского часа в столице Тувы. И нам бы хотелось, чтобы в каникулярное время, как все, как ваши родители, там в том числе и вы, знали все нормы законодательства, которые касаются именно несовершеннолетних. Это прежде всего, первое, это наш комендантский час нашей республики, то есть после 10 часов вечера, 22 часов, вы без сопровождения взрослых не должны находиться на территории города. Это очень важно, потому что в этот момент как раз совершаются самые противоправные действия на территории города, чтобы вы были не задействованы. Случаев, может быть, есть и есть, мы рассматриваем на комиссии по делам несовершеннолетних очень много, и именно связано с нарушением именно этого комендантского часа. Всего по состоянию на начало марта текущего года на профилактическом учете отделения по делам несовершеннолетних состоит 199 детей. Из них осужденных 25. Приглашенные гости также призывали подростков к законопослушному поведению. Напомнили им, что во время каникулов они могут посещать кружки, различные секции, действующие в школах. Они будут функционировать и в период весенних каникул. На втором этапе встречи подросткам были продемонстрированы фильмы о вреде наркотиков и различных психотропных средств. В завершение встречи сотрудники полиции и приглашенные гости пожелали собравшимся подросткам набрать на каникулы энергии, здоровья, а самое главное – без происшествий.